Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь о пользе рыбьего жира. Рыбий жир добывают из морских видов рыб – скумбрии, сельди, палтуса, камбалы, трески. Он состоит в основном из олеиновой и пальмитиновой кислоты, полиненасыщенных жирных кислот группы омега-6 и омега-3, малых количеств стеариновой кислоты. Основная его ценность – высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот группы омега-3, препятствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний, благодаря которым холестерин образует так называемые нормальные эфиры, которые без препятствий переносятся кровеносными сосудами. Также жирные кислоты омега-3 снижают риск возникновения диабета, регулируя уровень инсулина. Ученые из университета Джонса Хопкинса доказали, что пищевые добавки, в которых содержится рыбий жир, способны защитить мозг от хронического стресса. Это самое ценное открытие последних лет в сфере исследования жиров и масел. Исследование проводилось на спасателях, то есть категории людей с высоким риском развития посттравматического стрессового расстройства. Ученые отобрали из них группу, которая участвовала в ликвидации последствий землетрясений в Японии в 2011 году. Некоторое время эти люди принимали пищевые добавки с рыбьим жиром по специально установленному графику. Результаты исследований показали, что усиленное потребление омега-3 жирных кислот сильно смягчило ущерб, вызванный в мозгу спасателей травматическими событиями. Другая группа спасателей, которая питалась обычным образом, показала более высокий процент беспокойства. На основании этих исследований ученые сделали предположение, что употребление подобных пищевых добавок может защитить мозг от негативного воздействия, вызванного и другими раздражителями, и таким образом уберечь от развития состояние хронического стресса, то есть рыбий жир, они посчитали универсальным средством для лечения неврозов. Ранее таблетки с рыбьим жиром рекламировались как добавка для улучшения здоровья мозга и даже предотвращения такого серьезного заболевания, как рассеянный склероз. Но теперь, оказывается, их можно применять и в качестве успокоительного. Хронический стресс вызывает постоянную активность нервной системы мозга. Внешне его симптомы проявляются так же, как симптомы посттравматического стрессового расстройства. И если рыбий жир помогает в первом случае, следовательно, он станет помощником и при переутомлении мозга, вызванного другими факторами. Кроме того, употребление рыбьего жира способствует выходу из депрессивных состояний, снижает уровень агрессии и притупляет тревогу. Часто родители задумываются о том, можно ли рыбий жир принимать детям. Однозначно да, но вот с какого возраста начинать, лучше проконсультироваться с врачом. Также полезен рыбий жир для женщин, он положительно влияет на функции репродуктивных органов. Перед применением рыбьего жира проконсультируйся с врачом, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.